Эту встречу уже назвали исторической. В шахматной школе Сочи международный гроссмейстер Владимир Крамник ответил на вопросы юных игроков. Он поделился своим опытом и раскрыл будущим чемпионам некоторые секреты успеха в шахматном спорте. Юные спортсмены интересовались у своего кумира, на кого равнялся он сам и как нужно настраиваться на игру. На все вопросы Владимир отвечал обстоятельно. На встрече также присутствовали тренеры и родители воспитанников школы. Для них от Крамника прозвучал отдельный совет. Я понимаю, что это сложно бывает, но психологически, но все-таки очень важно, чтобы ребенок получал удовольствие, чтобы ему было интересно заниматься шахматами, потому что просто вот если это мука, все равно ничего не получится. Даже если будут какие-то результаты короткие, долгосрочно вот становятся по-настоящему большими игроками только те, которым это действительно нравится, которые с удовольствием этим занимаются. Речь шла и об открытии новой школы шахмат имени Владимира Крамника. Именитый гроссмейстер родился в Туапсе, там же ему достались и первые победы. Возглавит школу другой чемпион Павел Трегубов. Он также начинал спортивную карьеру в Краснодарском крае. Школа станет бюджетной организацией с краевым подчинением. Ее отделения появятся в 6 городах – Краснодаре, Сочи, Анапе, Новороссийске, Армавире и Славянске на Кубани. Сейчас формируется команда тренеров и учителей. Как подчеркнул Владимир Крамник, он намерен лично подбирать кандидатов и следить за работой учреждения. Пока еще не решен вопрос с помещениями, где будут учить спортсменов, но организаторы уверены, школа начнет работу уже в следующем году.